Приветствую вас, друзья, на новом видео, уважаемые зрители и подписчики. Сегодня на обзоре Тамерлан Башаев, свыше 100 килограммов. И сейчас на ваших экранах второй раунд, который он выиграл в Golden Score против немца Хайнли. Немец пошел на подхват, и Башаев его уверенно сконтрил, как по книжечке. Раунд номер 3 против Ричарда Сипуча из Венгрии. Молодое дарование венгерское. Парень всегда показывает хорошую борьбу. Но Тамерлан сегодня был неостановим. Показал просто прекрасное дзюдо. Этого у него не отнять, он умеет, конечно, показать зрелище на татами. И тут Сипуч завалился с Тамерланом в партер. И Башаев уверенно задушил своего оппонента и прошел в четвертьфинал, где он боролся против Тимура Рахимова из Таджикистана. Рахимов сегодня занял 7-е место. Хороший дзюдоист Рахимов, подхватчик. Неплохие подхваты исполняет. Здесь попытка провести бросок Ванаги от Башаева без оценки. А вот сейчас успешно проводит этот бросок Башаев. Всегда интересно видеть данный бросок в этом весе, потому что это настоящее зрелище, когда такие тяжеловесы запускают друг друга на второй этаж, как это сделал Башаев сейчас. И полуфинал. Одна из самых интересных встреч против Заалишвили Гелы из Грузии. И вот первый бросок, очень красивый, Коучи Макикоми, либо Коучи Гарри. Красиво исполнил Тамерлан, заработал в азаре здесь. Пошел Гела вперед, нужно отыгрываться, и подловил его Тамерлан на этом. И второй в азаре, через спину, отличный бросок. И финал против Кокуро Кагиуры, который сегодня тоже бросал всех направо и налево, который в партере хорошо сегодня боролся.